Привет, супер ученики! С вами Франс Руси. Сегодня я предлагаю изучить лексику на тему чтения книг. Я беру книгу, я вижу название книги и автора. Я открываю книгу и начинаю читать. Я переворачиваю страницу, я вижу картинку. Я рассматриваю картинку, я вижу новую главу книги, новая четвертая глава. Я начинаю читать новую главу книги. Книга очень интересная. Я листаю книгу. Я листаю, листаю, листаю. Я листаю книгу. Я закрываю книгу, потому что я закончила читать. Пишите в комментариях, любите ли вы читать книги, какие у вас любимые книги. Ждите новые видео. Пока!